Сегодня президент Ильхам Алиев принял главу Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко. Вспомнив недавнюю встречу в Мюнхене с главой Киевской городской государственной администрации Виталием Кличко, глава государства выразил надежду, что его визит в Азербайджан пройдет интересно, послужит делу укрепления связи между нашими странами, в том числе Баку и Киевом. Подчеркнув наличие хороших перспектив для сотрудничества и взаимного опыта, глава государства сказал, что нынешний визит Виталия Кличко создает возможность для встреч с коллегами и непосредственного знакомства с процессами, протекающими в нашей столице, и спортивными объектами, строящимися в Баку. Выразив большое чувство удовлетворения от визита в Азербайджан, глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко отметил, что давно не был в Баку. Красота нашей столицы произвела на него глубокое впечатление. Он сказал, что в связи с его визитом проделана большая подготовительная работа по расширению сотрудничества между нашими странами, в том числе Баку и Киевом. Виталий Кличко преподнес в подарок президенту Ильхаму Алиеву один экземпляр, изданный ограниченным тиражом книги-альбома, посвященный всемирно известному боксеру Мухаммеду Али, с личным автографом Мухаммеда Али. Отметим, что книга-альбом, подаренная главе нашего государства, является 16-м экземпляром ограниченного тиража.